Доброе утро. Доброе утро. Что делаешь? Ну, плачь, хочу отпеть. А что за плачь? А, то, что мы вчера покупали? А вам покажи, как называется. Саш. Это фиксы. Там фикс прайсы покупали. Ну, еще раз скажи. О, господи. Не кричи на меня. Розовые какие-то. Ну, одевай. Холодные, потому что я держала их в этом... холодильнике. А их точно в холодильнике надо держать? Ну, можно, конечно, держать в холодильнике. Они же, оно же охлаждает сразу. Как льдом делает, вот. И патчи можно. Красивые, розовые такие. Ну, а то, что, наверное, только и красивые. Все. Ты вот, думаешь, эффекта никакого не будет? Он даже... Ну, за 99 рублей, что ты думаешь? Будет еще, да? Гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз. 10 штук. Не покупаешь. Разглаживает морщины. Ага. Восстанавливают, тонизируют и устраняют отеки. Да. Я думаю, устранит. У меня, кстати, такое впечатление, как будто губы я сделала. Вот по утрам всегда. А чего? Опухшие. Кстати, да, у тебя губы какие-то опухшие. Ну, как будто сделали. Ну зачем ты так близко? Ладно, убирай. Ну реально, бля, зачем так близко? Ненавижу. Люда, что делаешь? Ничего. Люда сегодня с самого утра без настроения вообще, она меня Люда просто... Люда с самого утра уже всю квартиру убрала. А я что? Это кофе. Ой, чай не попила. Так попей. Сделай а я сейчас... А что тебе чай? Нормальный чай, вкусный. Лимон, как ты любишь, две ложки сахара. А? Как ты задолбала, реально. Ребята, каждое утро делаю чай или кофе, и каждый раз я не могу угадать, что она хочет. Я говорю, ты мне с вечера говоришь, что ты хочешь. Я чай и кофе. А, встала моя королева и выбрала, что ты будешь пить? Чай или кофе, да? Люда делает сырники. Детям. Сладкие. А я сейчас иду к курочкам. За курочкой иду. Да, Люда попросила мы меня... Мы сейчас покушаем и пойдем. Люда попросила меня сделать, господи, купить целую курочку. Она ее разделит там на супы и филе там оторвет. И будет что-то с него делать. Хочет приготовить с утра суп, чтобы мы пришли на обед и уже было что кушать. Такая она у меня хозяйственная. А ты мне не хочешь сумку покупать? Да задолбала тоже со своей сумкой. Я хоть слово сказал, что я не хочу покупать да, сумку. Да, обойдешься. Обойдешься этой. Так мы тебя недавно купили. Ну она не подходит. Ну, короче, иди ты в баню. А ты знаешь уже, какую ты хочешь? Какую хотела раньше. Какую раньше ты хотела? Через плечо маленькую, небольшую. Вот такую я хотела. Господи, сколько этих было сумок через плечо, маленькую, такую, как я хотела. Одна носила 2 года, порвалась. Потом вторую носила 3 года, порвалась. 3 года? Где ты такие сроки берешь? Ты больше... Я очки вон эти носила 4 года. Ты больше года ничего не носишь. Это я могу носить. У меня найковская сумка была, уже разлезлась, там мне уже отпало по ниткам. Кстати, с твоей кепкой. Даже ее постирала? Не знаю. Кстати, Люда вчера постирала мою кепку. Да посмотрим. Ладно, пошел, меня зовут. И мы вчера купили мне футболки, но что-то уже мне они не нравятся. Ну, не носи. Ну, не знаю, как-то они в облипочку на меня. Они нормально. Они не хлопковые, они воздух не пропускают. Мне будет в них жарко ходить. Подороже надо было выбирать. Подороже, Люда. Подороже, 2 раза дороже. 700 рублей футболка, это очуметь. 600. Я лучше в спорт... Так это в каком-то непонятном магазине. Я лучше в спортмастер пойду и куплю себе футболки Термит. Ну, сейчас у них по 400 рублей футболки Термит. Это синяя, может, сантетика. Синтетика. 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 А белый салат. Та же самая синтетика. Все то же самое синтетика. У меня тоже, извиняюсь. Извиняюсь. Нет. Что? Да, не это. Тканей. Ладно, пошел я за курочкой. Ну, может, покушаем, Саш. Так, у Люды тут уже полным ходом все жарится. Сырнички. Ну, вот она. А, тоже и наделала. Ну, это детям. Ну, детям, понятно, я же их есть не буду. Нет.
Сейчас возьму один и съем. И будешь знать. Ничего страшного, уже колбаска итальянская готова. Надо было делать бутерброды горячие. Решил я все-таки подождать немножко, пока в магазин не идти. Покушаю, ну, потом пойду. Тем более с 8 часов открывается, а мне надо купить курицу. Мне надо купить крупы, макароны. А что надо? Гречка, все надо, да? Ну, короче, все надо. И рис, и гречка, и макароны, да? Да. Ну, хорошо. А что тут такое грязное? Я помою сейчас. Не, это от сырников, да? Да. А зачем ты такие штучки так делаешь? Что-то Люда вообще сегодня меня динамит. Люда, что ты меня сегодня динамишь? Ой, господи. Если бы ты не снимала, ты как сказал. Ты еще не... Ну, выключи. Ладно, все, выключаю. Ладно, не буду тебя злить. А ты меня не злишь, просто... Ой, я отстанусь. Так, Люда приготовила горячие бутерброды. Вот такие вот бутерброды, вот Люда. Уже у нее хорошее настроение. Не потом... Нет, у меня не хорошее настроение. Все понятно, ладно, бутерброды покажем. Ты меня перебиваешь. Извини, пожалуйста, моя королева. А когда я тебя перебью, то все уже, война и мир. Вот какой бутерброд. Я говорю, когда мы едим... Да, блин, забыл. Так я не перебиваю. Выбирай бутерброд, какой ты будешь, Коть? Едим каждый день бутерброды, пока не надоест. Потом надоест, потом не будем есть. Потому что на что-то другое перейдем. На яйца. На яйца с этим. С помидорами и с сыром. На омлет такой. Ага. Бери! Какой выберешь? Ты разрешаешь мне взять? Сколько твоей наглости хватит самый красивый выбрать? Ой, Саша. А ну пробуй. У Миланы сырник. Это надела. Ну что, вкусно? Ладно, будем кушать.